дом, погнался вслед за журавлем. Но, к сожалению, милый он был лишь приманка для ворон. Хрусталь мечты твоей разбит, стекло под сапогом хрустит. Среди вороньих черных стай тревожат по ночам, ведь никто верил чудесам. Но лишь откроешь ты глаза, как исчезает бирюза. Прижав к плечу свой автомат, и так по-зверски хочет жить, что выжив и нужден убить. Смотрим на свет, какая нас смотрит.
вдруг огнем по башне полоснет. И из тебя живое все уйдет, и небо станет красным, а жизнь еще прекрасней в этот миг покажется тебе. И небо станет красным, а жизнь еще прекрасней в этот миг покажется тебе. Thank you.
Благодарим Тарит Иванова. Спасибо. И призы спонсора фестиваля. Хозрасчетного объединения ветеранов воинов запаса и ветеранов афганской войны. Мы продолжаем нашу программу, и я хотела сейчас сказать о том, какие вы прекрасные люди. Причем к этому мнению присоединяются буквально все участники нашего фестиваля. Вы, наверное, обратили внимание на то, что здесь люди, которые достаточно часто ездят по Союзу на фестивале с концертами, и мнение ребят практически единодушное, что в городе Ярославле одни из самых доброжелательных, самых гостеприимных и самых прекрасных зрителей. Огромное-огромное вам спасибо. Аплодисменты это только вам. И сейчас для вас, дорогие наши ярославцы, и только для вас поет лауреат первого всесоюзного фестиваля солдатской песни «Когда поют солдаты» группа «Голубые береты». Художественный руководитель, кавалер двух орденов Красной Звезды, гвардии майор Сергей Яровой. «Голубые береты», город Москва. Мы присоединяемся ко всему, что здесь было сказано. Извиняемся, конечно, перед вами, что такая задержка происходит. Но сами понимаете, людей много, которые хотят спеть, хотят поделиться своими впечатлениями. Но нельзя людей лишить этого удовольствия. Я буду краток. Обычно концерты, когда у нас идут сольные, то много и рассказов, и разговоров. Но не будем вас долго задерживать. Первая песня, которая прозвучит сейчас, она посвящена всем, кто служил в Афганистане. Вы знаете, вот так встречаешься с ребятами, разговариваешь с ними, и зачастую задаешь вопрос, вот мужики, послали бы еще раз в Афганистан, поехали бы или нет? И практически 100% отвечают, что да, поехал бы. И когда об этом рассказываешь нормальным людям, они удивляются, ну как так, война, человек, и вдруг он туда стремится. Но не затем стремиться туда наши ребята, стремились вернее, чтобы взять автомат, стрелять, убивать, нет. Просто там, в Афганистане, между нашими людьми сложились хорошие отношения. Ничего не приукрашивая, я вам просто скажу, что они были просто чище, по-мужски настоящие. Там все стали родными, близкими, почти братьями. И поэтому песню мы назвали «Братан». Чтобы поняли все,
погибли в Афганистане. Причем очень много было случаев, когда сначала матери привозили ее погибшего сына, а буквально через несколько дней приходило от него запоздавшее письмо. «Здравствуй, мама, у меня все нормально». Письмо к матери. Выступать приходится не только в таких солянках, в смысле, в таких концертах. Приходится очень часто выступать и, как мы их называем, в солянке, где много исполнителей, много... Даже фокусники бывают, знаете. Представьте себе, во время, перед нашей песней какой-нибудь фокусник пузыри изо рта пускает, ну, еще что-нибудь, но стараемся как-то выкручиваться. Много на концертах присутствует ветеранов Великой Отечественной войны. Нас с ними связывает крепкая дружба. Видимо, в этих песнях они что-то находят родное для себя. Ну и, конечно же, доходит дело и до споров. Ну и вот один вопрос мне такой запомнился. Понимаете, ребята, вот если бы мы свои песни во время войны так пели, мы бы эту войну проиграли. Ну, в общем-то, что тут спорить? Мы не сравним эти войны, они несравнимы. Но дело в том, что та Великая Отечественная война, которую мы не застали, мы очень хорошо знаем по книгам, по кинохронике, знаем всех героев, знаем все битвы, ну, в общем, все знаем, что можно про нее знать. Хотя этого не пережили. Эта война афганская, она не была раскрыта, не раскрыта до сих пор, и я уверен, она так и останется не раскрытой. Конечно, мы стараемся своими силами заполнить этот вакуум как-то. Ну а ввиду того, что веселого там было гораздо меньше, чем печального, поэтому и песни получаются не очень-то веселые такие, знаете. Ну и вот эта песня, которая прозвучит сейчас, она посвящена всем, кто погиб в Афганистане.
Она была написана, когда мы впервые услыхали цифру 13 310. Потом был еще год войны, год тяжелейших боев. Возросли потери, увеличилась конечная цифра наших потерь. Но песня так и осталась названием 13 300. Спасибо вам огромное. Еще одна композиция, она посвящена, вы знаете, трудно, так сказать, посвящена, потому что написана она в ответ на те часто вопросы, которые возникают в адрес, наш адрес. Ну, часто спрашивают,
мы как у нас был концерт сольный, по-моему, в Тольятти. Подходит очаровательная, милая, восхитительная девушка. Ну, представьте себе, Федорович, он хоть старый, у него сразу усы дыбом, грудь колесом. Ну вот. И она нас спрашивает: скажите, пожалуйста, корреспондент какой-то местной молодежной газеты, скажите, пожалуйста, что вы делали в Афганистане? Ну, чтобы не разводить демагогию, мы просто ответили: вы знаете, мы там выполняли свой долг, выполняли приказ. А вы знаете, фашисты, когда их судили в Нюрнберге, они тоже отвечали, что они выполняли приказ. Ой, не хочется просто рассказывать долго, утомлять, что приказ приказу рознь, и методы их выполнения тоже далеки друг от друга. Но песню мы посвятили вот таким людям, любящим пофилософствовать, мы ее так и назвали «Философ». Thank you.
сердце в обиде. Философов много у нас, и все-таки с гордостью скажем, мы там выполняли приказ. Большое спасибо. Ну и вы сами понимаете, что это не наш сольный концерт, это фестивальный концерт. Прежде чем мы исполним последнюю песню, тут пришла записка от ребят 350-го полка, полка, где, в общем-то, и зарождался ансамбль. Помнят они наши старые песни, конечно, просят их исполнить. Но я хочу вам сказать, что времени у нас нет. Поэтому мы хотим исполнить последнюю песню, которая стала давно уже гимном воздушно-десантных войск. Она записана нами на вторую пластинку, правда, записана была, как автор неизвестен. Вот. Алма-Ата помогла Алматинский фестиваль найти автора. Это Сергей Ильев. И мы с удовольствием хотим ее исполнить. А вам пожелать всего самого-самого доброго. Четыре, раз, два, три, четыре.
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, дорогие друзья, вы меня слышите? Буквально одну секунду. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну что ж, будем надеяться, что вы меня услышите. И сейчас я приглашу на сцену коллектив, который проходившего в городе Алма-Ате, «Эхо Афгана». Об этих ребятах можно рассказывать очень много. Но прежде всего, это замечательные парни, которые любят то дело, которое делают. А, наверное, все-таки лучше всего о них скажут их песни. Итак, «Эхо Афгана», город Барнаул. Девятилетняя война в Афганистане отпечаталась в душах советских людей, застыла в обелисках и звездочках из жести на сельских и городских кладбищах. Сейчас с глубокой ясностью видно, какую ответственность взяли на себя те, кто отдал приказ с временной миссией войти в Афганистан. Ответственность перед всем народом, перед всем человечеством. Девятилетняя война – это не только материальные потери, это еще 15 тысяч погибших, 37 тысяч искалеченных. Так поклонимся матерям, ждавшим своих сыновей, солдатам и офицерам, прошедшим через горнило боев. Свои песни мы посвящаем памяти Афганистана и всем тем, кто прошел там свою службу. Под Ржев в году тяжел, в 41-м он за отчизну воевал, он ей и кровь, и жизнь отдал. А я убит под Кандагар в бою в селенье, очень старым душманской пулей. Родная, не разобраться в этом мне. Лежу я мертвым на спине. Афганской жизни мы не знали, и нас здесь провожали, ждали. Зачем пришли мы в ту страну? Зачем мы начали? Зачем людей мы здесь стреляли? Мы долг какой-то выполняли. Какой же долг среди смертей? Вдали от родины своей. Рвали на минах, в войне той был какой-то рок. Витала смерть среди дорог, и умирали там солдаты. За смерть и мне жали награды. Я так любил свою Россию, хоть рассказать уже не в силах. Я ей готов был жизнь отдать, но здесь, в Афгане,
умирать я никогда не собирался. И вот я мертвый, здесь остался. Поздно или рано в утробе черного тюльпана мой труп в Россию привезут и погребение придадут. И будет небо надо мной сиять родной голубизной, березки будут там шуметь и песни птиц будут петь, но не больше не увижу, и песен больше не услышу, могильный камень мне не даст увидеть это еще раз. И в 35 так жить хотела, меня в Афгане здесь убило. Мне 19 только было. На Руси во времена идолопоклонения был бог любви, которого русичи называли Лель. Народ очень часто обращался к этому богу и просил у него мира и счастья, добра и света. О том песня наша. Не губи, Лель, душеньки,
Спасибо. Помнишь ты, мама, ведь я обещал и пришел. На такой
только за тех, кто не сядет однажды за праздничный стол. Или не скажет, а помнишь ты, мама, ведь я обещал и пришел. Нет, не станем мы плакать, ведь слезы, ведь слезы не красят солдат. Спасибо. Спасибо. Группа «Эхо Афгана», город Барнаул. Я думаю, что эти аплодисменты будут и пожеланием дальнейшего творчества, дальнейших успехов и доброго пути. Эхо Афгана. Ребята, я вас очень прошу вновь выйти на сцену. Покажитесь, пожалуйста. Эхо Афгана, город Барнаул. Запомните это имя, я думаю, что они непременно будут у вас в гостях. Спасибо. А я должна сказать, что музыкальная студия «Аист» дарит каждому исполнителю, каждому участнику ансамбля вот эту кассету, где записаны песни в исполнении всех участников первого всероссийского фестиваля афганской песни «Вперед, афганец». И напоминаю, что главные спонсоры нашего фестиваля – объединение, хозрасчетное объединение ветеранов афганской войны и воинов запаса. Ну а сейчас я хочу пригласить на сцену человека, делу которого преклоняюсь не только я, думаю, каждый из вас. И, честно говоря, я не предполагала, что не выпадет такое счастье встретиться с ним именно на этом фестивале. Сейчас на сцену выйдет Вячеслав Тухтин. Я хочу сказать о нем и о его ребятах. Дело в том, что группа «Поиск»
который руководит Слава, занимается, я бы сказала, Божьим делом. На сегодняшний день, благодаря Славе и его друзьям, возвращены из небытия останки 897 героев Великой Отечественной войны. 653 из них вновь обрели имена. Я должна сказать, что вообще, вы знаете, я даже немножко волнуюсь, говоря об этом человеке. Слава, будь добр, выйди, пожалуйста, на сцену. Я приехала из Башкирии, город Стерлитамак. И с вашего позволения я хочу пожать руку этому человеку и от имени себя, и от имени моих земляков. Слава, огромное тебе спасибо. И дай Бог здоровья тебе и твоим ребятам. Ну а сейчас Слава будет петь свои песни. Вячеслав Тухтин. Кстати, его знают не только в Ярославле, но и в Рыбинске. Поэтому Рыбинск, Ярославль, Вячеслав Тухтин. Первая песня. Это не моя песня. По уже сложившейся традиции, первую песню я стараюсь, первые песни свои, когда я начинаю выступать, я стараюсь посвятить тем ребятам, которых с нами уже никогда не будет. И первая песня, которую я сейчас исполню, называется «Разговор из братской могилы». Мы тоже сегодня, пожалуй, не прочь твердить о банальностях века. Но слева болит неотступно всю ночь не смыкаются веки. На братской могиле всего 25, совсем пацанов еще с виду. Нас редко приходят сюда навещать, да мы ничего не в обиде. И мы не святые, твердили и нам, мельчает, мол, пыл поколений. Да вам тяжелее, труднее, ведь вам кошмарные сны подземелий. Пусть годы бесследно теряют концы, в них даты врезаются клином. Но были и с нами свои подлецы, но были и выстрелы в спину. Пока мы на фронте кормили червей в Ташкенте, а может и дальше. Любви добивался у дамы червей с простреленным пальчиком мальчик. До первой атаки мы были на «ты», до первой взорвавшейся мины. И только потом запылали мосты и вспыхнули кровью калины. У вас, говорят, мини-юбки сейчас и 100-мегатонные бомбы. У ваших мальчишек морщины у глаз, уходит земля в катакомбы. И ваши ребята летят под обрыв, без крика, без страха, без боли. И небо с собой пополам расчертив, сгорает полночной звездой. У ваших ребят от весны до весны все крепче сжимаются зубы. Ведь если внезапно на тропы войны их вызовут медные трубы, не мини-шинели придется надеть, не мини-винтовки за плечи, а будет совсем настоящая смерть и пыльных дорог бесконечность. И будет по коже щемящий мороз и горе огромной углыбой. И матери будут бусинками слез, и русское наше спасибо. За то же спасибо, вот тут бы и нам подняться из братской могилы. Нелегкая участь досталась сынам, да мы ничего не в обиде. Мы тоже сегодня, пожалуй, не прочь твердить о банальностях века. Но слева болит неотступно всю ночь не смыкаются веки. Спасибо.
Следующая. Извините. Следующая песня. Краткая предыстория. В одном из декабрьских номеров еженедельника «Аргументы и факты» на последней странице, на последней полосе, где вопросы и ответы, на вопрос, сколько же все-таки наших ребят осталось в Афганистане, наша печать привела на первый раз. Ну, я не скажу, что это до конца правдивая цифра. Привела такую цифру, что наши потери в Афганистане составили порядка 40 тысяч, но там же идет ссылка на западные источники. По мнению американцев, наших ребят потери составили до 95 тысяч. Ну, трудно сказать, конечно, сколько мы оставили там. Я не говорю о ребятах, которые служили там. А те водители вольно-наемные, те медсестры, те учителя, те инженеры, они остались забыты как-то. И в эти потери не входили. Те ребята, которые умирали в Союзе после болезней, те ребята, которые умирали уже после боя в госпитале, это, ну, они не учитывались. И поэтому следующая песня называется «Цена войны». Настало время подвести итоги, чтоб после не судила нас молва. Уж позади военные дороги, закончилась афганская война. Закончилась афганская война. Как дальше жить и что сказать потомкам? Вопрос нелегкий, но сначала вы, те, что тогда скомандовали громко вперед, скажите цену той войны. Скажите цену той войны. 13 тысяч. Нет, не верю. Для нас, кто воевал и видел там взводов и рот потери, на Паншере не столько жизней взял Афганистан. Не столько жизней взял Афганистан. А сколько? Сразу не отвечу. Одно лишь знаю, погибали там учителя, медсестры, инженеры, шоферы, летчики. Их тоже взял Афган. Шоферы, летчики, их жизни взял Афган. Ну а военных сколько там осталось? Какой подлец на весь Союз вещал, что контингент постреливает малость. Ну а с арбузы взяли перевал. Афганцы захватили перевал. А тех, что умирали после боя, ах да, вы их, конечно, не учли. Сложите всех, что стало больше втрое. Так вот цена законченной войны. Вот вам цена непонятой войны. Цена никем не понятой.
Спасибо. Сейчас. Ну, о судьбе этого человека тоже рассказывать можно. Долгая. Судьба нелегкая. Судьба военного водителя, служившего первые годы, когда еще никому ничего не было известно об Афганистане. Сержанта. Во время службы у человека умер отец. Его очень музыкальный товарищ, мой друг, военный водитель Сергей Кузнецов, город Москва, которого я сейчас приглашаю на сцену. Следующая песня. Есть две интерпретации этой песни. Музыка Сергея Кузнецова. Дорога, дорога, дорога зовет за собой пыля, уводит с родного порога куда-то в чужие края. Уходит она в бесконечность, куда-то к чужим берегам, туда, где, мерцая навстречу, горит путевая звезда. Такой же дорогой когда-то ходили мой дед и отец, и мне дошагать ее надо, ведь где-то же будет конец. Иду я по ней молчаливой навстречу друзьям и врагам. Дай Бог не последние силы, и я возвернусь еще к вам. Дорога клубит под ногами, то глина идет, то песок. Вот я на дороге в Афгане, а вот брату пуля в висок. Мелькают дуалы чужие, вдали то Гордес, то Баграм. Здесь вам не дорога в России, здесь можно поймать 9 грамм. Бегут и бегут километры уже по родимым краям. И снова военные ветры в дорогу торопят меня. Остались в воронках ребята в далекой болотной глуши, и мне их разыскивать надо, чтоб пели птицы в тиши. И ты поспеши, дорогая, сюда занести меня вновь. Здесь память моя, и я знаю, что здесь еще наша любовь. Дорога, дорога, дорога зовет за собою пыля и манит с родного порога куда-то в чужие края. Уходит она в бесконечность, куда-то к чужим берегам, туда, где, мерцая навстречу, горит путевая звезда. Дорога, 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 дорога. Дорога, дорога, дорога зовет за собой пыля, уводит с родного порога куда-то чужие края. Уходит маршрут бесконечность сквозь судьбы, события, года, туда к ведущим навстречу горит путевая звезда. Махнет облетевшей веткой тебе старый тополь во след. Уходишь как будто в разведку туда, где отчаяния нет, где странников нет одиноких, пусть даже в забытой глуши, туда, где бинтуют дороги, открытые раны души. Уходят пророки в изгнание, сменив на распятие меч, туда, где легки расставания за днями коротких встреч.
уходят, уходят, уходят из теплых надежных домов, и за горизонтом находят своих непокорных богов. Дорога, дорога, дорога зовет за собою пыля. Сквозь судьбы события года, туда, туда идущим навстречу горит путевая звезда. Туда, где идущим навстречу горит путевая звезда. Сергей Кузнецов, город Москва. Спасибо большое. Следующая песня называется «Вспомни, мама». Я посвятил ее всем материалам. Получилось так, что получилось, надо было писать песню, как бы еще раз я называл, «Служу Советскому Союзу». Я написал песню, посвятил своей маме и посвятил ее всем матерям. Ну, как говорится, брал за основу то, что было в Афганистане. И песня называется «Вспомни, мама». Ты помнишь, мама, как вернулся с Афганистана я домой? И знаешь, мне бывает грустно, когда я вспомню первый бой. А помнишь письма, что писала ты мне в чужую сторону? И этим ты меня спасала, дарив надежду и мечту. Я знаю, что никто на свете тебя не сможет заменить. И посвящая строки эти, клянусь тебя всю жизнь любить. Я знаю, что никто на свете тебя не сможет заменить. И посвящая строки эти, клянусь тебя всю жизнь любить. А помнишь, как ты приезжала, когда лежал в Союзе я? И сколько дней меня искала ты по вине военврача? Но горе в дом одно не ходит, прошло 3 месяца и вот весть об отце в Афган приходит, что умер он уже не ждет. Я знаю, что никто на свете тебя не сможет заменить. И посвящаю строки эти, клянусь тебя всю жизнь любить. Я знаю, что никто на свете тебя не сможет заменить. И посвящаю строки эти, клянусь тебя всю жизнь любить. Уже прошло 4 года, года летят как никогда. А сколько там еще народа мы потеряем, чья вина? И чья-то мать опять заплачет, узнав о сыне из письма. И тихо-тихо скажет плача: долой проклятая война. Я знаю, что никто на свете тебя не сможет заменить. И посвящая строки эти, клянусь тебя всю жизнь любить. Я знаю, что никто на свете
тебя не сможет заменить. И посвящая строки эти, клянусь тебя всю жизнь любить. Спасибо. Спасибо большое. Многие песни у меня есть на стихи Игоря Морозова. Мы с ним такие большие друзья, как говорится. Я пишу многие песни на его стихи. Как говорится, у меня немножко с поэзией не очень, так говорится, гладко все получается, бывает. Тема хорошая есть, а написать стихи не можешь. И вот Игорь мне очень помогает. И вот такая одна из последних наших вещей афганских. Эта песня называется «Друг погиб под Гератом». Где шальные закаты. Он не жаждал расплаты, не вынашивал месть. Был он просто солдатом, угодившим в засаду. И последней гранатой он сберег свою честь. Что ты знаешь о долге? Обыватель в ермолке, разложивший по полкам все основы основ, них ничем не отмечен следующий человечий. Мир прекрасен и вечен только в мире стихов. Что известно науке о моем павшем друге? Не хватайтесь в испуге за подшивки газет. В них ответ не найдете, но пока вы живете, в вашей жизни в зачете за его 20 лет. Друг погиб под Гератом, где шальные закаты. Он не жаждал расплаты, не вынашивал месть. Был он просто солдатом, угодившим в засаду. И последней гранатой он сберег свою честь. Спасибо большое. Я приглашаю на сцену. Слава, будь добр, подойди, тебя ждет братан. Сережа, остановись мгновение, ты прекрасна. Итак, Вячеслав Тухтин и Сергей Кузнецов. Да здравствует солдатское братство. Так же, как и группа «Мазари Шариф», представляет город невест Иваново. Я у него спросила в нашей беседе: «Олег, как ты относишься к детям?» Он говорит: «Ты знаешь, детей оглушительно люблю. А к женщинам все-таки город невест». Он говорит: «Ну, пусть живут». Вот такой интересный человек сейчас вышел на сцену, хотя должна заметить, что это действительно серьезный, целеустремленный парень. И дай бог ему здоровья. Итак, Олег Брусникин, город Иваново. Спасибо. Первая песня посвящается первому нашему погибшему, старшему лейтенанту Михаилу Колесову.
из Тюменской области родом. Получил он две пули от снайпера в живот. «Рассвет над Геретом». Горькая память вновь сон отгоняет прочь. Видятся снова тревожные вспышки ракет. Трассеров нити безжалостно режут ночь. И над Гератом чуть брежет тусклый рассвет. Злой надрывно мотор БМП ревет. Подлые духи засели невдалеке. Мина рванула, свинец по броне скребет. Падает Колесов Мишка с гранатой в руке. Его уже нет, а вот, кажется, скрипнет дверь. И побратим мой с улыбкой войдет привет. Видишь, я жив, и ты в глупую смерть не верь. Память жива, значит, смерти на свете нет. Сколько друзей не дозваться, не живить. Память моя, продолжай будоражить меня. Я за всех павших должен дожить, долюбить. Мне эту землю дано уберечь от огня. Спите, ребята, вы свято исполнили долг. Память о вас в наших душах, как праведный груз. Как бы вы радовались, узнав, что на днях наш полк в полном составе вернулся домой в Союз. Спасибо. Следующая песня посвящена ефрейтору Звездину. Он был тяжело ранен в бою под Кандагаром. Потерял зрение и память. Бой под Кандагаром. Июль укрыл нас жгучим плотным жаром, как будто сетка женской баранджи. Плюс 50 в тени под Кандагаром, и в воздухе трепещут миражи. Мы видим в них свои перевязки шлака. Моторы зарычали, словно звери, зовут и захлебнулся пулемет. Захлопнули железно, лязгнув в двери. Механик, скорость 40 и вперед. И видим мы сквозь прорези прицелов то трупы, то разрушенный дувал, как духи. Вам война не надоела, уж даже автомат стрелять устал. Я третий, здесь засада, жмитесь вправо. Щелчок в эфире, голос вдруг пропал. Вас понял третий, ты в порядке, слава. Сержант, откликнись, но эфир молчал. Чтоб вы пропали, получите, стервы, наводчику осколочным огонь. Натянутые, как струны, наши нервы. Гранатомет впечатался в ладонь. Бой завершили фланговым ударом под пулями. Последний дух упал, стоит жара, жара под Кандагаром. Там 8 человек взвод потерял. Спасибо. Город Иваново, город невест. Спасибо. Сергей Доля, наверное, самый немногословный из всей ивановской делегации. Но вот как только слышишь его песни, вам открывается необъяснимое духовное богатство этого человека. Итак, Сергей Доля, город Иваново. Здравствуйте. Волнуюсь. Сегодня я вам исполню две песни. Первую песню уже
Вот мне сказали, звучала вчера в программе «Пульс» здесь, в Ярославле. Она называется «Такая нам солдатская судьба». Покрывает землю желтая листва, гуси-лебеди торопятся на юг, а тогда стояла дикая жара, а тогда со мною рядом был мой друг. Как нас лихо захватила круговерть, и ракета вдруг пронзила темноту. Знали мы, что где-то рядом бродит смерть, и предчувствовали в воздухе грозу. Эх, такая нам солдатская судьба, а дома город спит, на улицах покой. Видят сны от малыша до старика, ну а мы, оставив страх, вступаем в бой. И свистели пули с ночи до утра, как мартены раскалился автомат, хоть не слышно было громкого «Ура!», зато всюду раздавался русский мат. Все горело, что еще могло гореть, даже камни превращались в пыль. Ох, как трудно мне сейчас об этом петь, будто снова оживает эта пыль. Все открылось с болью на заре, я надеялся, что ты еще живой. До сих пор до утра вижу я во сне, как умылись горы кровью молодой. И вот с девчонкою твоей теперь идет другой. Он и сыт, и пьян, и губы в табаке, и на плече ее висит своей рукой. Там, где больше не лежать твоей руке, выпью я за твой покой стакан вина. Да только водкой чашу горя не залить. Жизнь есть жизнь, она у нас сегодня. И как нам с тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в бою не отступил. Вечной памятью вам будет наша жизнь, мягким пухом родимая земля. Ратным подвигом страна моя гордись, ратным подвигом молоденьких ребят. Покрывает землю желтая листва, гуси-лебеди торопятся на юг, а тогда стояла дикая жара, а тогда со мною рядом был мой друг, а тогда стояла дикая жара, а тогда со мною рядом был мой друг. Спасибо. Вторую песню я написал буквально вот перед приездом на этот фестиваль. Говорить не буду, лучше спою. Она называется «Вечер воспоминаний 8 мая». Я был почти что нагишом, вроде кто-то в дверь вошел, и на пороге вырос Леха с коньяком. Ну что стоишь невинным другом, коньяк на стол, ботинки в угол, все остальное разберется за столом. Поют кукушку за рекой, и мы махнули по одной. Ну как дела-то, Лех? Да вроде все путем. А помнишь, Леха, как в Термезе мы мечтали по приезде посидеть и вспомнить путь, что мы пройдем. Таял снег, как будто свечи, ведь тогда была весна, и солнце поднималось над Амударьей. И
как под вечер прямо навстречу полупьяный старшина небрежно честь нам отдал левою рукой. Мы сидели, ели пили, говорили и курили, материли потихоньку кое-кого. Там в Афгане было туго, но спасала вера в друга и коротенькое с родины письмо. Мы помогли им, чем могли, сказали, хватит и ушли. И в феврале наш контингент пришел домой. Да мы дрались довольно стойко, что ж давай за перестройку. И мы с Лехой отдуплились по второй. Теперь на родине наш полк, и канонада поумолкла. Лишь во сне кричим, сержант, меня прикрой! Но еще долго, очень долго, с обостренным чувством долго будем харкать мы израненной судьбой. Мы вспоминали батальон, Баглан, Кундус и Хайрадон, и тех ребят, что сейчас лежат в сырой земле. Им не покинуть этот пост, и как обычай третий тост мы били стоя за погибших на войне. Жаль, быстро кончился коньяк, воспоминания долой, и Леха мне уже хотел сказать гудбай. Но тут пришлось немного рявкнуть, что ты, ей-богу, как не свой. Вон, видишь, браги, сколько только вспоминай. Как лезли в гору чуть живые, оттуда били в нас, и как мы пыль глотали с грязною водой. И тот дуканчик на отшибе, где дуканчик, ой, хитрец, пытался выклинчить патрончик боевой. А я немного облысел, и не женат, и денег шиш, и кое-кто орет, что я такой-сякой. Да в 20 лет отведал вшей, понюхал порох и гашиш, быть может мало, но мне хватит с головой. Стихнет музыка, уйдет базар за прошлые дела, майский день нас встретит ласковым дождем. Завтра мы с тобой наденем медали, ордена и по широким нашим улицам пройдем. Пусть обнищала вся страна, все это, Леха, ерунда, все это, Леха, мы с тобой переживем. Но завтра мы с тобой наденем медали, ордена и по широким нашим улицам пройдем. И по широким нашим улицам пройдем. Ой, да по широким нашим улицам пройдем. Спасибо. Город Иваново, Сергей Доля. Огромное вам спасибо. Вот эта благодарность идет от тех ребят, которые, увы, уходят за кулисы. Но, дорогие друзья, у нас сегодня фестиваль. И я думаю, если у вас будет такое желание, то вы непременно встретитесь с каждым из этих исполнителей на отдельном концерте. Ну, а сейчас я хочу вам показать книгу, которая у меня сейчас в руках. Называется она «Мы снова в строю» из серии «Защита Отечества». Написана эта книга Виктором Верстаковым. И вот небольшая выдержка из нее. На одном из концертов официального фестиваля автор-исполнитель подполковник Валерий Ковалев после нескольких своих песен спел еще одну, сказав, что ее текст опубликован в молодогвардейском сборнике «Когда поют солдаты» в рубрике «Самодеятельных» с неустановленным авторством песен. Это идет воспоминание о первом слете в Ашхабаде воинов-интернационалистов. И тут в зале возникло непонятное замешательство. Затем с задних рядов закричали: «Это не безымянная песня, это Петряев ее сочинил. Валера, спой сам». На сцену поднялся молодой парень и исполнил песню так, как она была записана на первых афганских кассетах. Теперь это и еще 4 песни из сборника, как подтвердил ее составитель подполковник Ткаченко, обрели автора.
Их сочинил кавалер ордена Красной Звезды, воин-интернационалист Валерий Петряев из Ярославля. И сейчас... Вот он уже вышел. На сцене ваш земляк, автор-исполнитель, кавалер ордена Красной Звезды, воин-интернационалист Валерий Петряев. Я последний раз 20 лет назад играл в Дворце пионеров под ансамбль. Вот, знаете, писал песни, много песен появилось у меня чисто для эстрадной группы, вот решил попробовать. Поэтому, а ребята, музыканты-профессионалы, это профессиональная группа. Вот. Если где-то что-то, какой-то сбой, то это просто я виноват, понимаете, не сумел. Ну, мы всего 3 дня репетируем, поэтому как получится. Ora, 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 ora
Спасибо. Следующая песня, это моя самая первая песня, я ее написал в Афганистане. Первая песня об Афгане, называется песня «Снова в путь». Снова нам в путь, заверная дорога, пока мы не знаем, докуда дойдем. А скалы нам шепчут, потерпите немного. Надейтесь, что скоро вернетесь в свой дом. А скалы нам шепчут, потерпите немного. Надейтесь, что скоро вернетесь в свой дом. Фортуна и смерть всегда рядом с нами. Об этом я раньше книжку читал. Теперь это вижу все своими глазами. Я сам это телом и душой испытал. Теперь это вижу все своими глазами. Я сам это тело и душой испытал. А солнце печет нас колючее злое. А мне бы напиться, да нет здесь ручья. А небо большое, такое чужое. Чужой горизонт и чужая земля. А небо большое, такое чужое. Чужой горизонт и чужая земля. Треск пулемета раздался внезапно. Кто-то упал, захлебнувшись в крови. И вперед ринулись наши солдаты с криками гадов. Душмана дави. И вперед ринулись наши ребята криками гадов, душманов дари. Ах, это были такие минуты, что обо всем не расскажешь за час. Да и рассказывать зачем нам кому-то. Все, что мы видели, останется в нас. Дай рассказывай, зачем нам кому-то. Все, что мы видели, останется в нас. Сегодня письмо домой напишу я. Родные, я жив и здоров, как всегда. Здесь горным воздухом частенько дышу я. И с неба счастливая мне светит звезда. Здесь горным воздухом частенько дышу я. И с неба счастливая мне светит звезда. И снова нам в путь зовет даль дорога. Сколько пройти нам придется еще. Будем надеяться,
что осталось немного. А пока автомат тянет внизу плечо, будем надеяться, что осталось немного. А пока автомат тянет внизу плечо. Я совсем недавно узнал автора песни, которую я пел там в Афганистане еще в 80-м году. Лежал в госпитале с ребятами в Фергане, болел инфекционным заболеванием. И вот был там парень, пел эту песню. Но я не думал, что это его песня. А вот недавно Володя Иванов мне сказал, что эту песню написал действительно он. Это Михаил Смуров, город Москва. Песня называется «Воин-интернационалист». Я воин интернационалист, но не в названии дела, не в названии. Пусть даже назывался б я расист, вам легче бы не стало бы вихуанием. Не надоело нервничать, ведь нервы не сучок. Я нажимаю ласково на спусковой крючок, и хладнокровно трассеры по воздуху летят. И я хочу того же, чего они хотят. Их Ванин изогнулся, и бипом стало шесть. Вот их осталось пятеро, а было раньше шесть. Потом четвертый, пятый, третий, и второй упал. А первого мой сад нечаянно попал. И падает их Ваня на землю, а потом мы складываем рядышком и кровненьким пластом. Работаем на славу, и Саша, друг, и я. Нас где-то за кордоном зовут Вьетнам, Кремля. Нам просто проявляют огромный интерес папаша Бжезинский и дядя Сара Свенс. Ведь и война такая совсем не внутру, и морщатся от этого агенты ЦРУ. Но все же лето, сволочи, сюда, в Афганистан, их прям плодоносит за синий Пакистан. Винтовка М-16, китайский автомат. Но нам ведь не сломаться, скажи, не правда ли, брат? Эх, Ваня, эх, и сволочь, в окно дувал залез. Но здесь уж нам поможет родимый АГС. Ведь он плеча не сладит, сроднился он плечом. Кто-то от меча погибнет, кто к нам придет с мечом. А где-то дома Шурави Духтар, цветет сирень, поход идут туристы, а ты рассматриваешь триплик Чирикар. И очень тихо слушай танкистов. Вот прозвучал воинственный набат. Мы в 3 минуты покидаем роту, а мы сейчас летим в Джалалабад. Чё так и надо, как будто на работу. Повидали,
немало пережили. Два полных года родине мы с честью отслужили. Над солнце жгло нещадно, мы грудью снег пахали. Но на судьбу десантника напрасно не роптали. Домой, домой, домой стучат колеса. Прощай, высокогорный Чекчира. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давние ушедшие в туман. Домой, домой, домой стучат колеса. Прощай, высокогорный Чекчира. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давние ушедшие в туман. Нам лучшими друзьями бронежилеты и каски стали. Рожок от автомата мы редко отмыкали. Все это уже было, оно не повторится. А то, что нами прожито, не раз еще приснится. Домой, домой, домой стучат колеса. Прощай, высокогорный Чекчира. Тебя мы вспоминали, как что-то нам родное, как давний ушедший туман. Домой, домой, домой стучат колеса. Прощай, высокогорный Чекчира. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давний ушедший туман. Я хочу вам представить человека, у которого я научился эту последнюю песню. Песня называется «Домой». Это мой друг, депутат Верховного Совета России, председатель комиссии по делам афганцев России Николай Шуба, город Барнаул. Спасибо. И я хотела бы... Раз, два, три. Я хотела бы добавить, что если следовать утверждению, что глаза – зеркало души человека, то, глядя в глаза Николая, можно сказать, что этот человек наделен и мужеством, и добротой, и разумом, и бесконечной любовью к людям. Николай Шуба, город Барнаул. Спасибо, спасибо. Я хочу сказать просто несколько слов, что у нас с Валерой уже такая давняя связь творческая. Ну, говоря об Афганистане, мы где-то в одно время, 80-81 год. И самое-то главное, что прошли где-то вот в Джалалабаде бок о бок. Я слышал, что есть такой прапорщик легендарный, который сочиняет песни. И даже слышал там в Афганистане в 80-м году в Джалалабаде кассету его, которая была записана вот им. Но встретились мы только через 6 лет в Ленинграде. И то после 3 или 4 дней работы, и вот так на сцене буквально, когда он начал там рассказывать про Джалалабад, про то, как они там воевали. Вот теперь на протяжении многих уже творческих лет мы вместе пытаемся быть вместе. Песню, которую я хочу спеть, я уже написал здесь, она проблемная, называется «Раны», написал здесь. Мои боевые ребята, вот уж дети у них на руках. Мы мечтали в Афгане об этом когда-то, знали, кончится эта война. Раны ноют. Раны, еще больше раны души. Костыли и коляски после Афгана в 20 лет не страшнее беды. Ноют осколки, ноют в груди. Каждом тот осколок афганской войны.
навсегда в память врезался нашу. Что сказать матерям сыновей потерявших? Как излечишь их рану души? Ведь словами теперь не поднимешь уж павших, не поднять их слезам материнской души. Раны ноют, раны еще больше, раны души, костыли и коляски после Афгана в 20 лет не страшнее беды. Ноют осколки, ноют в груди. Он ведь в сердце останется каждым, тот осколок афганской войны. Навсегда в память врезался нашу. Но раны болят, заживут ли они, если где-то чиновник вдруг скажет пареньку с костылями в руке: я не знаю, где был ты, отважный. И так хочется плюнуть в лицо в советской стране, этим людям не место. Раны, раны войны, раны, раны души. Спасибо большое. Следующую песню, которую я написал, она посвящается механику-водителю 350-го полка Сереже Ившину. У парня была тяжелая контузия, но он никогда не унывал, и всегда в руках мы у него видели гитару. Песня называется «Серега». Не смотри на горы ты с тоскою, не шепчи восточные заклятия, все равно когда-нибудь с тобою, Серега, матери мы бросимся в объятия. Все равно когда-нибудь с тобою, Серега, матери мы бросимся в объятия. Верь и знай, придет тебе замена, а пока воюй, да так как надо. Мы пока не знаем про измену, Серега, но друг друга сохранить нам надо. Мы пока не знаем про измену, Серега, но друг друга сохранить нам надо. И пускай ругают мусульмане, нас с тобою может по Корану, но не унывали мы в Афгане, Серега, будем тосковать по Кандагару. Но не унывали мы в Афгане, Серега, будем тосковать по Чакчарану. Не смотри ты на Духтар с тоскою, не старайся заглянуть в глаза ей, ведь они закрыты паранжою, Серега, не грусти, на нашу долю хватит. Ведь они закрыты паранжою, Серега,
не грусти, на нашу долю хватит. Снова будет небо голубое, снова будут в парках карусели. Это ничего, что мы с тобою, Серега, в армии немного огрубели. Это ничего, что мы с тобою, Серега, здесь в Афгане сильно постарели. Не смотри на горы ты с тоскою, не шепчи восточные заклятия. Все равно когда-нибудь с тобою, Серега, матери мы бросимся в объятья. Все равно когда-нибудь с тобою, Серега, матери мы бросимся в объятья. Николай Шуба, город Барнаул. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Коля. Спасибо тебе за песню. Еще одну песню, которую мне подарили ребята с Саратова. Про долг красиво врет Лещинский, вещая нам чужие сны. А нам прозревшим не в новинку, что мало мы кому нужны. Война разложит все по полкам, кому Кабул, кому Карши. Столичным сафари с иголки, а нам в перспективе шиш. Столичным сафари с иголки, а нам в перспективе шиш. Штабных вас мани ждет награда, а мы привыкли без наград. За перевалом вновь засада, опять кому-то в медсамбат. Все это было и так будет, под солнцем каждому свое. В кровавой бойне гибнут люди, преуспевает воронье. В кровавой бойне гибнут люди, преуспевает воронье. Большой начальник в мягком кресле нам прочитал странный наказ. Он разложил все нам по полкам, сказал, что льготы есть у вас. Он разложил все нам по пунктам, их пять, как пальцев на руке. А сложишь пальцы, выйдет фига в большом и твердом кулаке. А сложишь пальцы, выйдет фига в большом и твердом кулаке. И каждый день стучим, как стенку, нас постоянно учат жить. И вот теперь нам не в новинку, что мало мы кому нужны. И очень хочется порою, взяв, передернув автомат, перед начальником толпою порассуждать, кто в жизни прав. Перед начальником толпою порассуждать, кто в жизни прав. Про долг красиво врет Лещинский, вещая нам чужие сны. Спасибо. Николай, к вам идет очаровательная девушка. Николай. Я комментирую, она его целует, он ее тоже. Сейчас я приглашу к микрофону Валерия Петряева. Дело в том, что к нам поступила корреспонденция, о которой, я думаю, будет интересно узнать как участникам, так и зрителям фестиваля. Мне буквально вот несколько минут назад письмо отдали. Юра Кирсанов написал. Вот, я его приглашал на фестиваль, вот и пишет. Здравствуй, Валера. Фотография. Здравствуй, Валера. Чрезвычайно обрадовался, получив твое письмо. Давно хотел познакомиться с тобой. И так вот удачно получилось. Должен заметить, что фестиваль у вас будет довольно представительный. И мне очень хотелось бы тоже участвовать в нем. Однако, вряд ли я смогу приехать. Планируется моя командировка на 2 месяца в город.
такой-то. Если удастся отбрыкаться, то все равно в преддверии 7 ноября меня не отпустят. У нас в нашем регионе сейчас сложная обстановка, как, впрочем, и во всей стране. Вот, в отношении путаницы с авторством, в одном из сборников напечатали стихи, одно или два стихотворения, значит, мои стихи и плюс Юра Кирсанова, но под моей фамилией, понимаете, такое бывает часто. Вот. В отношении путаницы с авторством, мне это тоже знакомо, и воспринимаю я ее спокойно, так что не принимаю близко к сердцу. А вот своей коллекцией афганских песен ты, Валера, честно говоря, меня заинтриговал. И поэтому я набираюсь наглости просить тебя, если возможно, выслать эти кассеты почте. И еще просьба, Валер, может быть, у тебя или твоих знакомых есть хорошие стихи? Вот можете мне принести, а я перешлю ему, значит, не положенные на музыку. Вышли их мне их стихи. У меня сейчас со стихотворением, со стихотворчеством кризис. Пусть это будет афганская тема или другая, созвучная с ней. Я постараюсь не подвести автора. Валера, еще было бы здорово, если бы ты смог приехать к нам в город в гости. Наш клуб афганцев «Мужество», членом которого являюсь я, встретил бы тебя как дорогого гостя. Такие встречи очень нужны. Лично я сожалею, что служба не дает мне возможности располагать собой и временем, а то бы я почаще путешествовал. Кстати, на Золотом кольце я ни разу не был, а побывать очень хотелось бы. У вас, говорят, очень красивые места. Валера, надеюсь, что у тебя будет запись фестиваля, пишут. Я тогда вышлю тебе кассеты для перезаписи. И вообще сообщи мне, как все пройдет. По-моему, неплохо. В знак нашего образовавшегося, так, в знак нашего образовавшегося благодаря тебе дружеского контакта, шлю тебе свое фото. А то лично, когда увидимся. Юрий Кирсанов, город. Город, город Мариуполь. Ну что ж, приятно получать такие теплые послания от друзей. И я думаю, что вот это письмо, наверное, дает возможность, ну, считать, что Юра не у себя в Мариуполе, а вот вместе с нами на нашем первом всероссийском. Ну а сейчас я хочу вам представить человека, о таланте которого я была наслышана задолго до встречи с ним. А вот когда мы встретились, причем это произошло буквально перед концертом, ну, разговор длился в течение нескольких минут, и надо сказать, что он меня покорил. Я слышала его стихи только на магнитных записях, а вот поговорив, действительно, в него можно сразу влюбиться. Так что я сразу хочу признаться Николаю в любви и пригласить его на сцену. Николай Рождественский, город Галич. Прежде чем начать читать стихи, я скажу, что даже если бы я не писал стихов вообще, то после таких теплых слов я обязательно буду писать. Спасибо. Я прочитаю вам стихотворение, которое уже всем, наверное, знакомо, но которое меня по-прежнему просят его читать. Это ответ всем тем, кто однажды, 2 года назад, во всеуслышание заявил: «Мы вас в Афганистан не посылали». Вокруг я слышу разговор порой, что раньше было поколение иное, что был скромней наряд, что быт другой, что мы, мол, не познались с бедою. Нет, не могу я с этим согласиться. Заслуга наша в том, что молодые, что на полях пшеница колосится, встают кварталы новые жилые, и на безусое, на молодое племя сполна досталось горечи познать. На ратный подвиг нас избрало время, и нам дано в бою не отступать. Афганистан, твои трудные дороги и перевалы горные круты, поэтому и лица юных строги, что повзрослели парни до поры. Прошедшая сквозь тысячи смертей, вернется юность, на груди медали, а кто-то, словно пулей в спину ей, мы вас в Афганистан не посылали. В бою отваги нам не занимать, хотя, заметьте, бой мы не искали,
Так как же вы могли о нас сказать? Мы вас в Афганистан не посылали. Любить вы не умели и страдать. Вы боль утраты просто не познали. Без сердца надо быть, чтобы сказать: мы вас в Афганистан не посылали. Я очень верю всем ровесникам моим, кто старше чуть и кто меня моложе, кто кровь в бою и пот в труде пролил, кто брата стал мне ближе и дороже. Достойные сыны твоей отчизны стоят на страже рубежей святых во имя мира и во имя жизни. Я верю в поколение молодых. Если позволите, я вам прочитаю еще одно стихотворение. Называется оно «Летят снежинками года». Летят снежинками года, и тут же тают. Рубцуется на теле след войны, все реже добрым словом вспоминают, и кажется, мы больше не нужны. Все чаще душу леденят глаза пустые, и ветер эхом разнесет слова мои. Прости мне, мама, но я вновь хочу в пустыню. Там был понятен я, ребята там свои. По взгляду было ясно, слово, дело, дыханием тревогу разносил и, стиснув зубы, матерился, накипело. Но больше жизни дружбой дорожил, ценил плечо товарища, как злато, не до полемик, не до мелочных обид. Сегодня я не узнаю солдата, и честь, и совесть на курганах вечных спит. Летят снежинками года, как прежде тают, а разговор с афганцами иной. Нас в том, что живы, бюрократы обвиняют, забыв, что вскормлены за нашей спиной. За себя и за того парня. Наверное, каждому из вас знакомы слова этой песни, посвященной героям Великой Отечественной войны. За себя и за того парня, что погиб на афганской земле, творят свои песни и поют ребята из группы «Голубые береты». Спасибо за аванс. Мы постараемся отработать. Вы знаете, мы очень рады, что попали сюда, в Ярославль, на этот фестиваль. Всегда, когда приезжаешь сюда, на такие вот подобные фестивали, всегда встречаешься с ребятами. Как-то горло перехватывает даже. Многих встречаешь, с которыми воевали в Афганистане. Здесь, в Ярославле, двоих встретил уже. Погода, конечно, нас не радует, но... Вы знаете, просто мы удивились вчера, насколько все-таки у вас терпеливые люди. Они в течение 5 часов сидели вчера на концерте. Это, в общем-то, очень тяжело. Вам я этого не желаю, чтобы вы сидели сегодня 5 часов. Но хочется, чтобы вам понравилось это, чтобы вы прониклись душой нашими песнями. Ведь мы не просто поем, мы делимся своими впечатлениями об Афганистане. Первая песня, которую мы вам исполним, она посвящена всем ребятам, которые служили в Афганистане. Вы знаете, встречаемся очень часто с ними во всех городах и очень часто задаем друг другу такие вопросы. Ну вот один такой примерно. Скажи, послали бы еще раз в Афганистан, поехал бы ты или нет? И практически 100% отвечает, что да, поехал бы. После этих слов, когда вот рассказываешь людям, обычно появляется такое недоумение на лицах. Ну как так? Война, и чтобы человек туда стремился. Вообще-то ребята стремились туда не за тем, чтобы пострелять там, поубивать. Нет. Просто там, в Афганистане, между нашими людьми сложились очень хорошие отношения. Здесь сидят афганцы, я никого не собираюсь ни в чем убеждать или приукрашивать что-либо. Нет. Всякое случалось.
гадости там тоже хватало в Афганистане, но все было проще, по-настоящему, по-мужски. Все стали родными, близкими, почти братьями, поэтому песню мы назвали «Братан». Все это было для нас не во сне. Как объяснить глазами и песней, что это для нас не тоска, а беда, что вместе с осколками давит сердце. Это ненужная, но наша война. Ну что, братан, давай закурим, пусть не поймут нас за столом, когда мы третий молча встанем и выпьем горькую вдвоем. Ну что, братан, давай закурим, пусть не поймут нас за столом, когда мы третий молча встанем и выпьем горькую вдвоем. Как рассказать о той минуте, как объяснить, чтобы поняли все, что нет ничего страшнее на свете, когда друга везут на холодной броне. Как докричаться до глаз посторонних, как угадать у них сочувствие ложь. Добрый прохожий не корысти ради цветы на могилу мальчишки положь. Ну что, братан, давай закурим, пусть не поймут нас за столом, когда мы третий молча встанем и выпьем горькую вдвоем. Ну что, братан, давай закурим, пусть не поймут нас за столом, когда мы третий молча встанем и выпьем горькую вдвоем. Ну что, братан? Давай закурим, пусть не поймут нас за столом, когда мы третий молча встанем и выпьем горькую вдвоем. Ну что, братан, давай закурим, пусть не поймут нас за столом, когда мы третий молча встанем и выпьем горькую вдвоем. Ну что, братан, спасибо большое. Ну, вы знаете, вот это вот дело у нас Юра очень любит. Вы знаете, сидим с ним как-то, разговариваем, слушай, говорит, такие очаровательные, симпатичные девушки, девочки, мальчики, дарят цветы. Слушай, как два валенка, хоть бы в щечку поцеловать или реверанс какой сделать. Всю ночь сегодня на мне тренировался.
Вы знаете, концерты сольные — это одно, а вот такие вот фестивальные концерты — совсем другое. Всего не расскажешь, что хотелось бы рассказать. Мы просто стараемся какую-то линию свою показать, направление нашей работы. И концерты бывают вот когда вот такие, ну как мы их называем, солянка, когда много исполнителей, ансамблей. Это, в общем-то, очень тяжело выступать, потому что перестраивание аппаратуры и тому подобное. Ну, на концертах присутствуют люди не только, допустим, какой-то определенной категории с 9 до 14 лет. Люди разных возрастов, в том числе и много ветеранов Великой Отечественной войны. И это нас очень радует. Видимо, эти люди в этих песнях находят что-то для себя близкое, что-то родное. Ну и вы знаете, как-то меня зацепил один вопрос такой. Ты знаешь, говорит, Серега, вы свои песни не поете, вы их плачете. Ну, я немножко так это оскорбился, как так? Вот, говорит, если бы мы свои песни пели так во время Великой Отечественной войны, мы бы эту войну проиграли. Ну, спорить я не стал, в общем-то, что сравнивать эти войны бесполезно, неблагодарное дело. Но, по крайней мере, ту войну мы знаем, хоть и понаслышке, но все документальные фильмы, документальных материалов очень много, знаем и героев, знаем и все битвы, ну, все знаем, понимаете, про эту войну, хотя не пережили. А вот наша война, я подчеркиваю это слово, наша, она осталась не раскрытой, и она не будет раскрыта, поверьте мне. Поэтому мы стараемся, чтобы как-то заполнить этот вакуум, эту пустоту, петь наши песни как можно больше правды. И ввиду того, что там веселого было гораздо меньше, чем грустного, песни в основном и получаются не очень веселые. Ну, вот одна из песен, которую мы посвятили всем, кто погиб в Афганистане. Тогда мы впервые услыхали цифру 13 310. Но потом был еще год войны, начался вывод войск, активизируясь бандформирование. Возросли потери, возросла конечная цифра наших потерь. Но песня так и осталась с названием 13 300. Полосой 13 300, укрытые землей. Нет, вы не ушли от нас. Нет, мы не забыли вас. Нет, память о вас не дадим очернить. Песня о вас никому никогда не убит. Чем с черствым оскалом дельца будем вести так же, как там, до конца. 13 300, не веривших в беду. 13 300, ушедших на войну. 13 300 безумных матерей. 13 300 не родившихся детей. Нет, вы не ушли от нас. Нет, мы не забыли вас. Нет, память о вас не дадим очернить. Песни о вас никому никогда не убить. Выдержим этот бой. Бой с равноцветом.
равнодушием, с черствым оскалом деться. Будем вести так же, как там, до конца. 13 300 стоят в одном строю. 13 300 упавших на бегу. 13 300 под черной полосой. 13 300 укрытые землей. Спасибо большое. Огромное вам спасибо за память о наших ребятах. Лучше, конечно, потом. Спасибо. Вы знаете, очень легко петь перед людьми, которым ничего. Спасибо. Которым ничего объяснять не надо, которые все понимают без слов. Спасибо за память о наших ребятах. Ну, еще одна песня, она такого более современного такого содержания. Дело в том, что, знаете, много сейчас приходится выслушивать, типа, о, афганцы, что мы с ними там носимся, у них руки по локоть в крови. Или вообще, такое можно услышать, что дышать нечем. И в конечном итоге, кто это все произносит, кто это все говорит? Именно те люди, которые в свое время, в 79-м году, принимали это великое решение о вводе ограниченного контингента в Афганистан. Только теперь эти люди заняли места повыше, там, знаете, помягче. И вот они уже ратуют за то, чтобы вычеркнуть Афганистан из нашей истории. Вот таким вот людям посвящена песня «Ведь вы нас туда послали». Говорят, стали грубыми, другие кричат слишком умными, а третьи в ответ неудобными. А мы ведь там не ели булки сдобные, там слезы запивали только кровью мы. Эй! Одни говорят, стали наглыми, другие кричат и похабными, а третьи в ответ и жестокими. А там не выживали слишком робкие, и слова там не нужны были громкие. Эй! Ведь вы нас туда послали, а долгие слова сказали. Теперь из толпы кричащие, тогда почему-то молчавшие. Эй! Одни говорят, стали сильными, другие кричат и мужчинами, а третьи в ответ и убийцами. А мы постарели там лицами, война закрутила нас спицами. Эй! Ведь вы нас туда послали, а долгие слова сказали. Теперь из толпы кричащие, тогда почему-то молчавшие. Эй! Thank you.
говорим, стали честными, быть может, чуть-чуть стали дерзкими. Во всем виновата одна война, но только для нас она другая была. Из наших сердец она еще не ушла. Эй. Ведь вы нас туда послали, а долгие слова сказали. Теперь из толпы кричащие, тогда почему-то молчавшие. Эй. Спасибо огромное. Спасибо. Вы знаете, нас часто спрашивают, ну, вы, наверное, группа «Без проблем». Туда вас приглашают по телевизору, раз видели пластинки, вы пишете, там пресса какая-то есть. Но это не совсем правда, потому что, в общем-то, этим делом мы не избалованы. Ну, вот два таких, допустим, эпизода. Ну, одна передача нас как-то периодически приглашала, когда поют солдаты. Пару раз приглашал «Взгляд». Там, вы знаете, есть такой ведущий, Володя Мукусев, он нам долго объяснял. Ребят, да это самая популярная, самая молодежная, самая прогрессивная передача. Здесь надо расслабиться, вести себя как дома. Мы расслабились, вели себя как дома, больше нас на «Взгляд» вообще не приглашают. Все. С прессой тоже у нас больше таких конфузных каких-то были встреч. В Ленинграде мы работали вместе с ДТТ. В юбилейном было очень прекрасные концерты, было все очень замечательно. После концерта подходили тоже корреспонденты. И вот один подходит такой весь из себя, весь обвешанный там сплошной фирмой. Значит, Jean Dodé Français фотографик. Боже, представляете, Français фотографик. Хорошо, что у нас в ансамбле вот все неплохо знают иностранные языки, особенно хорошо знает Сергей Федорович, он знает слово «yes». Поэтому мы быстро нашли такой общий язык с ним. Он нас фотографировал целый день, он нас снимал, там возил по всему Ленинграду. Все замечательно, мужики, через месяц ждите журнал, там чуть ли на пол Европы. Приезжаем домой в Москву, там бегаем каждый вечер, почтовый ящик, что же там пришло. Пришли повестки в КГБ. Хорошо, что там тоже много друзей, знакомых наших ребят, они нам так по-дружески говорят: «Че же вы опозорились-то на пол Европы, кто вам разрешил фотографироваться в порнографический журнал?» Ну, потом сам журнал показали, вот Сергею Федоровичу очень понравился журнал. Я еще говорю, слава богу, не сделали фотомонтаж в одних беретах на фоне «Авроры». Стояли. Песня, которую вы сейчас слышите, у нее более интересная судьба. Может быть, кто-то ее видел по центральному телевидению. Кроме того, она была записана английским телевидением, сделали видеоклип. И кроме того, она вошла на третью пластинку. Песня посвящена спекулянтам. В кавычках посвящена спекулянтам, которые спекулируют на афганской теме, пытаются сделать себе творческую карьеру в музыке, в литературе, в кино. Мы ее так и назвали «Кино». Чтобы быть на гребне славы, чтобы от моды не отстать, о судьбе Афганистана надо песни сочинять. Здесь успех закономерен и в романе, и в кино, даже если по шаблону было сделано оно. Немножко крови, немножко слез, а по спине, что пил мороз. До ордена, лифик парней и крупным планом матерей. Раньше все они писали и снимали иногда, что в Афгане все нормально, там футбол, а не война. А теперь сюжет открылся, кто-то радости у них, и строчат свои шедевры из квартирок городских. Немножко крови, немножко слез, а по спине, что пил мороз. До ордена, лихих парней
крупным планом матерей. Наш закон карает строго спекулянтов и воров, но к ним не подберешься, каждой критике готов. Вот они шагают бодро, критика ведь не тюрьма, только утопить охота спекулянтов от пера. Немножко крови, немножко слез, а по спине, чтоб бил мороз, до ордена. Лихих парней и крупным планом матерей. Немножко крови, немножко слез, а по спине, чтоб пил мороз, до ордена. Лихих парней и крупным планом матерей. Немножко крови, немножко слез, а по спине, чтоб пил мороз, до ордена. Лихих парней и крупным планом матерей. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Огромное спасибо. Спасибо. Вы понимаете, ну, прекрасно ощущаем мы, что это все-таки... Все-таки ощущаем, что это концерт не наш сольный, поэтому... Долго занимать вас не можем. Но одну песню мы вам еще споем. Песня никогда из наших концертов не уходит. Песня посвящена матерям. Матерям тех наших ребят, которые погибли в Афганистане. Причем очень много было случаев, когда сначала матери привозили ее погибшего сына. А буквально через 3-4 дня приходило от него запоздавшее письмо. «Здравствуй, мама. У меня все нормально». Письмо к матери. Все как прежде хорошо, все нормально, светит солнце, над горой встает туман. Знаешь, мама, здесь не страшно, просто здесь Афганистан. Как там наши, я вас не всех видел вас. Как сестренка перешла в 4-й класс. Ты бы, мама, Ольгу в гости к нам почаще бы звала. И скажи, что вернусь я, чтобы она меня ждала. Ты бы, мама, Ольгу в гости к нам почаще бы звала. И скажи, что вернусь я, чтобы она меня ждала. Читает, а в глазах стоит туман. Мать читает, все здесь правда и обман. Мать не в силах оторваться от могильного холма. Сын в земле, а на ладони листик этого письма. Мать не в силах оторваться.
оторваться от могильного холма. Сын земле, а на ладони орден «Красная звезда». Лишь вчера с осенним ветром горе стукнуло в окно, а сегодня на рассвете почтальон принес письмо. В нем живое, он смеется и так хочет долго жить. Здравствуй, мама, здравствуй, вечность, мы не вправе их забыть. В нем живое, он смеется и так хочет долго жить. Здравствуй, мама, здравствуй, вечность, мы не вправе их забыть. Здравствуй, мама. Последняя песня, которую мы сегодня исполним, вернее, исполним на этом фестивале. Песня посвящена всем, кто проходил службу в Афганистане. Песня, ну, постарались, чтобы она была повеселее, подобрее. Песня так и называется «Боевым друзьям». Страшно, но это все в памяти. И нам не надо другой, даже лучшей судьбы. Я хотел бы вам всем сказать, я хотел бы вас всех обнять, кто прошел по дорогам далекой афганской войны. Мы навеки в одном строю, мы навеки остались в бою за народное счастье чужой и тревожной страны. Если вам жизнь вдруг станет тревожной и пасмурной, вспомните песни, что пели когда-то в ночи. Пусть вас волнуют заботы семейные, мирные, и пусть найдутся для вас от счастья ключи. Я хотел бы вам всем сказать, я хотел бы вас всем обнять, кто прошел по дорогам далекой афганской войны. Мы навеки в одном строю, мы навеки остались в бою за народное счастье чужой и тревожной страны. Всем сказать, я хотел бы вас всех обнять, кто прошел по дорогам далекой афганской войны. Мы навеки в одном строю, мы навеки остались в бою за народное счастье чужой и тревожной страны. Спасибо большое, счастья вам, добра, спасибо. «Голубые береты», город Москва. Дорогие друзья, я хочу вам представить газету, которая называется «Перевал». Это газета Московского городского совета воинов запаса. Сейчас эту газету вы можете приобрести в фойе
этого Дворца культуры. Мы объявляем 15-минутный перерыв, и я рекомендую вам купить эту газету. Почему? Потому что в ней вы найдете самый редкий и самый интересный материал. Итак, перерыв 15 минут. Через 15 минут мы вновь ждем вас в этом концертном зале. Поехали.